все разбежались. Или все YouTube начали. Может, я им, знаешь, это жизнь изменю. Они такие, знаешь, это как в музее, когда ходишь, да, раз услышишь какой-нибудь интересный смысл. Да, я все время знаешь, присоединилась. И такой, типа, я теперь китаец тоже в этой группе. Как бы я хочу именно на своем примере рассказать, потому что мне кажется, все мои проблемы, они очень общие. Я говорю, что у меня была цель прям бороться с этим перфекционизмом как бы во всех сферах жизни, и в том числе в плане YouTube я поняла, что я просто начну как есть. То есть у меня был телефон какой-то. Да, ну то есть без попытки там сделать студийную съемку, я не знаю, там что, супер продакшн. Потому что на самом деле главная суть в Ютубе в том, что нужно всегда учитывать, что самое важное — это ваш посыл. То есть качество на самом деле оно важно, но до определенного как бы уровня, в плане того, что достаточно, чтобы была, ну там понятно, не размытая картинка, чтобы был нормальный свет, то есть лучше всего это делать с дневным светом, можно и с кольцевой лампой, но просто дневной свет, он выглядит лучше. Можно добавлять кольцевую лампу, потому что, например, в Петербурге постоянно как бы серость, нет солнца, естественно, свет не очень яркий. И должен быть нормальный звук. Я расскажу сейчас, что там необходимо, как минимум. Но все остальное, помимо этого, вообще не имеет особого значения. То есть, когда вы уже там на следующих этапах пути, вы можете, например, там улучшать качество как-то уже значительно, чтобы приблизиться прям к профессиональному продакшену. Но это вообще не то, что самое главное на начальном этапе развития канала. И я для себя как бы это поняла. Я просто взяла телефон, у меня был бы там 11-й айфон. Я купила кольцевую лампу на Амазоне, которая там стоила просто, не знаю, 20 евро максимум, просто чтобы у меня был свет. Потому что, конечно, кольцевой лампой хорошо подсвечивает лицо, то есть как бы просто, ну, хорошо выглядеть аккуратно, это тоже важно, естественно, изображение. И я сняла просто первое видео. Причем я просто собрала вопросы там из своего блога. Люди, кто интересовался там разными вопросами жизни в Италии, я записала такое видео. То есть на самом деле мне главное было начать. Я там не возлагала каких-то супер надежд на это видео. Моя задача была просто хотя бы что-то уже выложить. Потому что на самом деле самое сложное — это начать. Это точно. У меня уже полгода просто надпись и все. Написание, ну да. Потом было такое приятное событие, что у меня была намечена свадьба. Я знала, что это будет достаточно большое, красивое событие. И мне пришла в голову мысль сделать серию о том, как я вообще готовлюсь к свадьбе. Рассказать там все тонкости, потому что всяких много бюрократических моментов, что я русская, мой муж итальянец, мы женились в церкви, я православная, он католик. Ну, то есть, как бы, там много было всяких моментов. И мне пришла в голову такая мысль, я не знала вообще, поскольку это достаточно личное, я вообще в блоге стараюсь как бы свою семью и вообще какие-то личные жизни не выставлять. И я подумала, что я начну снимать, но потом решу, хочу это выставлять или нет. И я с самого начала вообще подготовки всего начала снимать маленькие кусочки. То есть как бы я снимаю по принципу, что и вообще я считаю, что это очень удобный принцип, снимать в хронологическом порядке того, как вы потом будете монтировать. Потому что в этом случае вам тогда, если вам нужно куда-то делать сторителлинг, вам не нужно терять время, вы просто это забиваете в программу и как бы все монтируете. И вообще, как бы съемка каких-то коротких кусочков, вообще смены кадров, она помогает вообще разнообразить, в том числе, контент. И я отсняла очень много таких вот материалов, кусочков, моментов, и поняла, что, в принципе, я могу сделать эту серию, не рассказывая о личной жизни. Потому что о личной жизни там как бы ничего нет, там только подготовка, ну, бюрократия, не знаю, мое платье, подготовка самой площадки. И друзья на купальниках. Это да. Кто бы хоть предупредил, я бы хоть живот втянула.
А то я потом смотрю, она такая... Это я уже разошлась, это уже была не серия, это была... А нет, это были последние серии. Я смотрю, я в купальнике стою. Зато у тебя там поклонники начали записывать. Я понимаю, но все равно надо было предупредить. Буквально сейчас 2 секунды. Организационный момент. Как у нас фотограф, мы периодически... Она будет вытягивать одного человека на 5 минут, чтобы пофоткать отдельно. Так что ты подходи просто каждому буквально на 5 минут, чтобы отдельно куда-нибудь выйти, подойти, в полный рост, так всяк, в общем, да. Так что ты сама нас вытягивай, чтобы... И я хотела бы с Натальей. Да, и как бы я поняла, что ничего там супер личного нет такого, именно в плане отношений и так далее. Да, и можно выложить. И как раз таки, можно сказать, с этой серии вообще начался рост моего канала. Это как такой совет вообще, что на YouTube очень хорошо работает серийный контент, потому что это может быть причем и в плане там влогов, ну потому что это было как в формате влога, и в плане какого-то экспертного контента, но если вы именно берете какую-то тему и разбиваете ее на серии, потому что люди потом ждут эти серии, и просматриваемость получается очень хорошая. И они, самое главное, что они подписываются, потому что они знают, потом выйдет еще, и мне надо как-то не пропустить это. Я знаю, что сейчас даже делают, я вот подписана на одну девушку, коуча, и она придумала тоже, что она якобы едет в другой город, переоденется и будет как бы начинать с нуля, как будто бы, и тоже это как серия, такой, ну, как бы такой интерактив, сериал тоже, хотя она будет снимать экспертный контент, но она как бы попытается этих людей научить, не имея какого-то бэкграунда, не имея блога. Но для того, чтобы еще, так как она уже известный блогер, чтобы ее не узнали, потому что когда у тебя уже есть блог, ты можешь как бы брать своих подписчиков. А так она как будто бы с нуля, чтобы показать людям, которые с нуля, что вы тоже можете. Вот. И я еще знаю, что по визуалу, например, тоже делали, когда снимали контент именно, то, что они снимают квартиры какие-нибудь советские, задрипанные. Да, бабуша, фотосессия бабуша. Да, и вот они у бабушки на всяких квартирах снимают очень красивый контент. И, кстати, по Ютубу тоже можно, смотря у кого какие. Ну, да, то есть как бы тема того, что неважно там вообще, какая у вас тема, например, там, я не знаю, я знаю блогера, который там переезжал в Нью-Йорк, например, и потом сделала она серию того, как она декорировала свою квартиру, то есть там вот, можно сказать, в теме декора. Также там, например, я видела блогер, кто занимается, ну, вообще рассказывает про финансовую грамотность, она рассказывала про всякие, скажем так, явления, которые, в которых нас как бы напаривают, но то, что стало уже нормой, то есть в каких-то финансовых именно вещах, это тоже как была серия. То есть на самом деле из чего угодно можно сделать серию, и это очень хорошо работает. И то есть мой канал как бы начал расти с этого, то есть я видела, что уже идет как бы какая-то активность, и потом я поняла, как бы какого плана видео мне нужно сделать, чтобы ускорить этот рост, ну то есть как бы чтобы, можно сказать, привлечь виральность определенную. И я не прогадала, потому что... Что такое виральность? Вирусность. Ну, то есть, как бы, чтобы... Потому что вообще есть два вида контента, особенно на YouTube. То есть, это можно отнести, на самом деле, и к другим соцсетям, но на YouTube особенно. Есть контент, который... Цель которого — это продвижение ваше, ну, то есть, как привлечение новой аудитории. А есть... То есть, как бы, продвигающий контент, а есть питающий контент. То есть, это контент, который вам, может, не даст, там, вирусность какую-то и не продвинет вас сильно на новую аудиторию, но он как бы будет подогревать интерес к вам, вашей уже существующей аудитории. И на самом деле обе эти категории контента очень важны, просто вы в своей стратегии, как бы в зависимости от того, какая у вас цель, вы уже выбираете, ну и там и миксуете. Естественно, лучше всего миксовать эти виды контента, но просто они, каждый из них несет свою цель, и они
одинаково важны при этом, эти цели. То есть, например, там, я сейчас, когда делаю влоги, для меня это питающий контент, то есть, потому что это нравится моим подписчикам, но на влогах практически невозможно получить какую-то вирусность. Вообще, вот такая тоже тема, что на влогах вирусность, ну и вообще рост канала быстро, это достаточно сложно. Это достаточно сложно, поэтому лучше расти с какого-то экспертного контента. То есть, например, как примеры на моем канале, который я не эксперт по какой-то конкретной теме, может, как я эксперт по Италии, скажем так, но я не эксперт того, как там конкретно переехать или что-то. У меня больше как бы такая лайф-история. Но, например, в моем случае там прогревающий контент, питающий, это влоги, а например, экспертный, вот видео, которое залетело и которое потащило за собой как бы весь рост канала, я сделала два видео, тоже к теме серийности. Минусы жизни в Италии, плюсы жизни в Италии. Естественно, людей триггерит все негативное, естественно, минусы залетели. Там уже сейчас 76 тысяч просмотров на том видео. И как бы плюс Ютуба в том, что вам иногда достаточно, чтобы выставила одно видео, которое потащит за собой все. Потому что я сделала серию там со свадьбы. И потом эти два видео, потому что я знала, что они залетят. То есть, как бы, я не знала, какое из них, но я знала, что по-любому они получат больше просмотров, чем в среднем на канале. Да, то есть, как бы, и моя стратегия, она сработала. И в результате я за 3 месяца, можно сказать, активного ведения канала дошла до монетизации. Потому что на YouTube для России, к сожалению, это сейчас не актуально. Но, опять же, я хотела сказать, что на самом деле монетизация – это приятно. Естественно, мне приятно, когда мне приходят какие-то еврики с Ютуба, потому что это практически становится, ну, как пассивным, полупассивным доходом. Естественно, я выкладываю контент, но после того, как я его выложила, мне ничего не нужно делать для того, чтобы мне платили за просмотры. К теме просмотров, когда вы начинаете YouTube-канал, на самом деле просмотры гораздо важнее, чем подписчики. Потому что, во-первых, именно просмотры дают вам клиентов, например, там, да, или монетизацию. И очень часто люди не подписываются. Я даже сама замечаю, что я смотрю постоянно каких-то людей, мне их алгоритм Ютуба как бы на главной странице постоянно выдают, но я на них даже не подписана. Поэтому как бы на подписчиков вообще можно особо не смотреть. Если как бы у вас цель, естественно, там продавать рекламу, конечно, если вы там блогер, который именно хочет продавать рекламу, сотрудничать с брендом, да, это важно, но если вы эксперт, вам вообще не важно, сколько у вас подписчиков на Ютубе. И почему я вообще считаю, что Ютуб – это на данный момент самая лучшая площадка? Есть много там тому причин, потому что, во-первых, Ютуб – это самая стабильная площадка, то есть уже много-много лет. Там, ну не считая разве что включение шортс сейчас, там практически нет изменений каких-то слишком сильных, которые могут, скажем так, нарушить вашу деятельность. Потому что, как пример, там, Инстаграм, мы знаем уже, там, чего уже только не произошло. Там. ТикТок, например, понятно, в России он отключен, но просто тоже как пример. То есть все уповали на ТикТок, а сейчас ТикТок, например, не продлил сотрудничество с компанией Universal по музыке, и как бы Universal больше не разрешает использовать их музыку, а это практически все главные исполнители, кого мы знаем. И, естественно, вообще весь прикол ТикТока строился на музыке. И сейчас просто все видео, где была использована музыка Universal, они просто как бы отключены. Ну, то есть, как бы, вот как пример того, что помимо YouTube, все остальные соцсети слишком нестабильны просто в своих принципах там, и алгоритмах и прочем, что как бы может реально нивелировать ваши усилия. Вот это самое обидное. В том числе Инстаграм, мы все знаем, что они потом в какой-то момент, не знаю, что там сделали с алгоритмами, что вообще там мы перестали видеть даже то, на что мы подписаны, и видим только какую-то всякую ерунду. В Ютубе такой проблемы нет. И самое главное, что контент, который вы создаете на YouTube, он работает годами. То есть я до сих пор получаю деньги за видео, которое я сделала 2 года назад.
И 2 года это вообще не предел, то есть вплоть до 5-10 лет YouTube может продвигать ваше видео. То есть, как бы, если вы посчитаете, что вы там сделали для, не знаю, у вас есть 2 часа, чтобы создать контент, например, и вы думаете, куда их вложить. Если вы их вкладываете в Инстаграм, как бы Инстаграм, конечно, имеет свои плюсы, у него хорошая конвертация, ну, это я просто знаю, опять же, там, по своему бренду и так далее, что, как бы, Инстаграм все еще релевантен, потому что он хорошо конвертирует в продажи. Но, например, контент, который вы создали для Инстаграма, он через 3 дня вообще не имеет уже никакого смысла. То есть его уже люди не смотрят, его алгоритм не продвигает. В отличие от Ютуба, если вы потратили те же 2 часа на Ютуб, вашу экспертность люди могут еще 10 лет одно и то же видео смотреть. И если у вас там есть, например, ссылки в описании, ну, что тоже удобно, что можно ставить ссылки, у вас какой-то есть инфопродукт там, или интернет-магазин, как у меня, или что-то такое, вам эти видео реально могут просто годами давать пассивный доход. То есть я, например, видела даже очень интересный кейс, американский блогер, девушка, которая как раз-таки имеет крупный канал на тему SMM, и она очень, ну, как бы очень быстро выросла, да, очень вообще, крупных масштабов, и выгорела. И она на год просто ушла вообще из всех соцсетей. Просто из всех соцсетей. И она сделала видео на тему вообще того, что произошло за этот год, ее отсутствие с ее Ютубом и что произошло с Инстаграмом. В Ютубе, при том, что она отсутствовала, она набрала там все равно типа 20 тысяч подписчиков, потому что эти старые видео, они все еще приносили подписчиков. В Инстаграме она потеряла 60 тысяч подписчиков, потому что в Инстаграме очень много отписываются в целом. И ничего не делая, она на Ютубе просто за счет того, что ее видео все еще как бы предлагал Ютуб, и у нее были разные инфопродукты, там, можно сказать, пассив, ну, как, которые могут давать пассивный доход, ссылка, она на монетизации и этих инфопродуктах заработала за год 100 тысяч долларов. Ничего не делая. То есть, я вовремя пришла. Да, то есть это как бы пример... Интересно, как раз пошло. То есть это пример того, что Ютуб это абсолютно точно единственная площадка, которая может вам давать пассивный доход. Именно потому что контент там живет супер долго, и я считаю, что это просто, ну, как бы, у нас у всех мало времени. Это монетизация, да, но монетизация, я могу сказать, по своему опыту и по опыту вообще там всех блогеров, даже крупных, кто часто делает разборы, сама монетизация – это не самый главный, на самом деле, доход. То есть вообще все блогеры и эксперты, там, кто хорошо зарабатывает на Ютубе, они, конечно, это приятно, я говорю, что тебе приходит что-то в монетизацию. Россия отключена, поэтому, естественно, мы это не учитываем. Но я больше денег зарабатываю гораздо на клиентах, которые ко мне приходят с Ютуба в мой интернет-магазин, чем на монетизации. То есть монетизация – это просто приятный бонус. И поэтому я и говорю, что, например, там, даже в сфере маникюра, например, если там вы сделаете продукт, там, какой-то курс, и вы потом опубликуете видео на YouTube, и у вас ссылки в описании профиля будет ссылка на этот курс, вам даже делать больше ничего не нужно. Потому что люди, которые будут смотреть видео, будут туда переходить, даже если там на год пропадете, то как бы это все равно может приносить вам деньги, в отличие от всех других соцсетей, потому что там вас просто люди больше не увидят в своей ленте никогда, пока вы заново не появитесь. И это, ну, как бы, просто обычно людей останавливает что? То, что они думают, что YouTube – это сложно. То есть они думают, что там YouTube – это гораздо сложнее, чем Instagram. На самом деле я абсолютно все делаю для своего канала только с телефона. Я ничего больше не использую, кроме своего телефона. И чтобы начать, вам достаточно иметь телефон с нормальной камерой, который есть у всех сейчас, по сути. Штатив, даже самый дешевый, там, с кольцевой лампой. Петличку, которая тоже стоит там, я не знаю, 15 евро я купила на Amazon. И все. То есть, как бы, ну, то есть, как бы, больше вам не нужно, на самом деле. Причем сейчас еще идет тренд на то, что наоборот, вот эти все, как было в прошлом году, модно, вот эти подсветки, вот это еще что-то. Это наоборот, сейчас наоборот, сейчас тренд на то, чтобы быть максимально близким, потому что все устали от этой пластиковости, вот этой вот вырезанности, и люди многие хотят именно вот быть ближе к себе. И из-за этого такой формат, я даже сама по себе заметила, что если я на кого-то подписываюсь,
подписываюсь, а я, так как я много работаю в интернете, обычно я не смотрю, не по работе. А если уж я смотрю, то я смотрю какую-нибудь бабку, которая идет на рынок, покупает. О, спасибо. Слушай, я заказала или ты? Это пахнет, будет понятно. Спасибо. А для меня сырник, который туда. Я тоже заказать забыла. Хочешь? Не-не-не, я не хочу, я же все равно сейчас говорю. Да. Я перебила, что ничего не. Да, то есть как бы обычно людей останавливает идея о том, что это сложно, или что для этого нужны какие-то вложения в продакшн и так далее. И на самом деле, самое главное – это история, которую вы рассказываете. Вот в этом-то и проблема, мне кажется, это самое главное. А тема, вот что, ну да, несложно купить, несложно зарегистрироваться там, в этом YouTube. А тема, вот с чего? А тема, на самом деле, может быть какая угодно. Ну, как бы, во-первых, это зависит там от цели. Ну, не знаю, там, если есть какая-то конкретная профессия, что там вы занимаетесь, не знаю, маникюром или соцсетями, там это уже темы, которые можно освещать. Если даже нет никакой темы, но есть желание выражать себя, я, например, недавно нашла канал очень интересный, называется, причем этого мужчины уже даже нет, я так поняла, называется канал Old Man's Advice, то есть совет старого мужчины. И там такой просто дяденька, можно сказать, дедушка, который просто с каким-то, ну, я не знаю, у него там айфон, я не знаю, какой, наверное, пятый еще, или не айфон, в общем, там абсолютно, или вообще на веб-камеру он записывал, то есть там абсолютно никакого, естественно, супер качества видео, и он просто садится и рассказывает, скажем, свои выводы и, не знаю, какие-то советы вообще на тему жизни. Ну, то есть, как бы, какая-то мудрость, которую он там приобрел за свои годы жизни, он просто и делится. У этого канала больше 1 000 000 подписчиков. Удивительно думаешь, ну, что я могу интересного рассказать? А на самом деле, просто тема в том, что когда вот, ну, в плане раскрытия личности, то, что нам кажется очевидным, не очевидно для других людей. Кстати, у меня тоже есть что добавить на этот счет, потому что многие даже ко мне приходят и говорят, я хочу вести там Инстаграм, предположим, но я не знаю, что рассказать. Но тут такое дело, что, ну, у вас же есть друзья, которым вы интересны. Много друзей. А почему нельзя расширить эту категорию друзей и в интернет? Потому что если вы уже интересный человек, вы интересны вашим друзьям, знакомым, то точно так же вы можете быть интересны и незнакомым людям, да, с вашей же темой. То есть если вы... Нет, вы вот... Ну, ты же понимаете, это же получается, ну, с друзьями я могу сесть и посплетничать, что называется, да? Да. Я также могу и в Инстаграме, ой, это все на Ютубе сесть посплетничать. Да. А вы можете взять какую-то... Девчоночки, давайте посплетничать. А вы можете взять какую-то тему вам интересную, предположим, вы хотите в тему. Вы хотите обсудить этот момент? Ну, это так много, мне кажется. А всего очень много. Вот это, кстати, самое большое заблуждение, что всего очень много. И блогов по Италии очень много. Но люди идут к тем, кто им близок как человек. Потому что даже, например, там, и, я не знаю, и мастеров по маникюру в городе много, и врачей в городе много. По какой-то причине выбирают но вас. Но ты по какой-то причине выбираешь конкретного человека, конкретно, потому что он ближе. По вайбу, скажем так. И по личности, и я не знаю, то, что там по тембру голоса. Ну, по всему. По вот всему, я, например, да, посмотрела вас на то, что было. Вот близкий, вот сегодня увидела, как родственницу какую-то. Но потом вы же почему-то меня выбрали, хотя я не единственная абсолютно канал про Италию. Вот, какая интересная девушка, дай-ка послушаю. Ой, дай-ка посмотрю. А дай-ка посчитаю. О, какая интересная. И вот настолько стало интересно, именно как личность правильно говорит, внешность мне, так сказать, зацепила. Как говорится, правильно говорится, тембр голоса, очень много чего. У всех свои какие-то мелочи, причем там... А про себя думаешь, да кому ты нужна? Вот это самая большая ошибка. Это большая ошибка, в том числе... Перфекционизм, он присутствует. Я тоже пыталась думать, дай-ка за сниму. Причем я дочери сказала, а ты про меня гадости пишешь? Я сейчас такое про себя напишу, чтобы пусть все знают. А вот это, кстати, бы вообще залетело, знаете как? Я говорю, наверняка смотреть будут... Мать твою скажет. Давайте я с вами интервью сниму, пожалуйста. Да? Приходите в гости. Слушайте, все запущу. Я подумаю. Вообще на весь продакшн. С удовольствием. Да. Правда, честное слово. Я бы с удовольствием пришла бы, да, как бы ей в пику дочери. Но у меня её много... Её уничтожить. Я, во-первых, трусиха. Я как-то боюсь, вот, хотя постоянно со студентами же общаюсь, там, на сцене, там, всякие мероприятия, но я трусиха.
красиво, правда, и думаю, пах, меня будут смотреть много, и меня же так много знают, и как они про меня подумают, и что они подумают. И, знаешь, вот сидит еще Совковость, да, наш менталитет еще, вот, я же воспитанная это еще в Советском Союзе, поэтому вам, может быть, это не совсем понять, да, а что скажет про меня соседка там, или там бабушка Клава, да? Об этом беспокоится не только в бывшем СНГ. Правда? Конечно. А я думала, это болезнь многих людей. Правда? Я думаю, нет, я там буду некрасиво выглядеть. И вот как ты будешь выглядеть, настолько это сидит, думаешь, как же избавиться от этого, вот как же быть смешнее, не бояться. А вот как избавиться, как я от этого избавилась? Я всегда думаю, вот когда мне будет, не знаю, там 90-100 лет, и как бы я соберусь умирать, а мне будет вообще все равно, что какая-то тетя Клава подумала. Что мне будет важнее, что какая-то тетя Клава подумала, или то, что я смогла там выразить свои мысли, и, кстати, то, что люди меня запомнят за мои мысли, потому что кому-то они будут близки. Я там не претендую на какую-то гениальность того, что там я не знаю, что такое скажу невероятное, но как бы просто даже простые какие-то человеческие вещи, которыми я, может, поделюсь или какую-то мотивацию кому-то дам, это может кому-то изменить жизнь. Например, я говорю, хотя я не считаю, что я там делаю что-то невероятное, но у меня, например, есть одна подписчица, которая на меня подписана еще с моего первого блога, то есть того, который там она, наверное, где-то в 2010 году меня нашла. И она как-то, я там как-то делала розыгрыш подарков, она выиграла подарок у меня, и она мне потом написала, что факт того, что она выиграла у меня тот подарок, там просто была коробка всяких милых вещиц, которые мне нравится. Она сказала, что ей это изменило жизнь, что она вообще с того момента, как была у меня подписана, она стала там заниматься спортом, да. Она стала пытаться там улучшать свою внешность, пошла на всякие обучения, которые были интересны. Я ничего сверхъестественного не делаю, просто то, что нам кажется чем-то вообще чем-то обыденным, не особенным, для кого-то кажется особенным, потому что там у каждого есть своя точка А, точка Б, и наша точка А – это для кого-то точка Б. Ну, то есть, как бы, то, что нам кажется, я там еще ничего не достиг, а кому-то кажется, что офигеть, ты там уже, не знаю, как, на каких уровнях продвинулся. То есть, я говорю, что это большая ошибка думать, во-первых, большая ошибка беспокоиться кто что подумает, потому что, реально, в конце жизни что нас будет беспокоить, что кто-то подумал, или что мы сделали все, что хотели сделать. Что там беспокоиться? Нам надо пофоткаться. Вставайте, идите. Давайте, мы вдвоем. Тоже, ведь Наташа, ведь не обязательно экспертного блога, я же могу выкладывать и какие-то влоги, да, там про себя. Да, это к теме того, что я рассказывала, что... К теме того, что я рассказывала, что есть два вида контента, который продвигающий и как бы питающий, грубо говоря. То есть просто на момент роста, конечно, нужно делать упор на продвигающий контент, потому что это то, что вам будет приносить аудиторию. Но параллельно нужно делать и такой именно питающий контент. И самое главное, что просто проблема в том, что когда у вас только совсем новый канал, это звучит грубо, но в целом людям на вас еще пофиг. То есть они не хотят особо там знать про вашу жизнь, но когда вы их уже заинтересовали какой-то экспертной темой, то потом им уже интересно узнать и про вашу личность. То есть, как пример просто, что можно начать канал там с того, чтобы рассказывать какие-то экспертные вещи про тему маникюра, вообще бьюти-сферы. И на вас будут подписываться, там смотреть люди, которые хотят что-то узнать, выучить в этом. Потому что люди вначале всегда хотят понимать выгоду, которую они извлекут там, и собственно потратят, 15 минут на видео. А потом уже можно добавлять и лайв-контент, потому что тема в том, что люди сейчас хотят покупать у людей. Вот это, мне кажется, такая одна из главных тенденций вообще в маркетинге в наше время, потому что я заметила даже по своему опыту просто работы в компании, что очень сложно продвигать компании, за которыми нет личности конкретно. То есть, когда это просто компания, например, создатель, может, уже давно умер и там, я не знаю, это я про фэшн-бренд, например, создатель давно умер, и там просто команда за этим брендом работает, и это гораздо сложнее продвигать, чем, например, например, там, Шанель, когда... Шанель, когда был Карл Лагерфильд, то есть на Карле Лагерфильде, на его личности продвигали, можно сказать, весь бренд.
и в том числе на его личном бренде. А когда как бы он ушел, и Шанель остался только с командой, как бы за ним, но сейчас за этим брендом нет личности, ну про какую Шанель мы не говорим, потому что, понятно, ее уже нет. Вообще, я говорю, это очень сложная задача продвигать бренд без личности за ним, потому что именно в наше время, я заметила, люди хотят покупать у людей. В том числе у меня как бы покупают мои клиенты, да, у меня там хорошие, качественные вещи, но на самом деле они покупают мою энергетику. Ну, как бы вообще, они покупают просто позитивный вайб. Мария пришла, тоже говорит о том, что значит, она купила, и ей интересно с тобой пообщаться. Да, то есть она люди покупают у людей.